Здравствуйте, добрый день всем. Зовут меня Галина Геринская. Я немножко о себе чуть-чуть скажу. Живу я в сельской местности, Дубровинский район. Работаю в школе воспитателем. Стаж у меня большой, мне 51 год. Знаете, вот на таком мероприятии, банкет успеха, я второй раз. Это было почти полгода назад. Я была здесь приглашенной, сидела в зале. И я видела, когда вот здесь нас с сыном приглашали. Поднимались счастливые люди, красивые, веселые, радостные. И вы знаете, вот здесь вот уже на сцене, вернее в зале, когда я сидела, у меня зародилась маленькая-маленькая такая мечта. Я просто вот пробежалась как-то подсознательно. А что, может быть, и мне можно так, а может, у меня что-то получится. Но я просто как-то подумала, и оно свершилось, наверное. Потому что совсем немножко, еще всего лишь 2 месяца я нахожусь в проекте «Территория роста». Меня пригласила замечательная, удивительная девушка Елена Корзино. И прошла со мной вместе вот все мои шаги, помогала каждый день. Знаете, это настолько было приятно, когда тебя окружают вот такие милые люди, которые тебе помогают. И в такой прекрасной команде Аллы и Владимира Болдырева я ощутила настолько такую поддержку, такое внимание. И мне очень понравилось вот быть здесь, чувствовать себя нужной и принимать какие-то решения, и проходить ближе к успеху, к лестнице успеха. И я еще раз, вот сегодня я здесь стою на сцене, у меня всего маленький такой рецептар, 6%, но он уже есть, и я думаю, что все еще впереди, и даже сегодня, когда я пришла в зал, я сегодня уже получила подарок, я смотрела на эту помаду, мне так хотелось ее, честно скажу, и тут вдруг мне вот этот подарок. И перед этим мне были подарки. И меня так поздравляли с днем рождения все. Мне так было приятно. Спасибо вам всем. И все же спасибо всем организаторам, которые организовали вот этот проект «Территория роста» так хорошо и здорово. Успехов вам, удачи, радостного настроения, позитивных эмоций и хорошего результата. Спасибо.